Вы видели кино «Инопланетянин»? Нет, о чем оно? О человеке из космоса, то есть о ребенке из космоса. Он попадает на Землю, а потом со здешним мальчишкой они носятся повсюду на велосипеде. Я его 4 раза посмотрел. Хороший у вас дом. Хрущоба. Да? Почему? Эти старые дома сделаны из хорошей древесины. Она дорогая. Только мало кто об этом знает. Дверные ручки медные. Если бы я был вором, я бы первым делом собрал здесь всю медь, расплавил бы ее на огне, а потом бы продал. Ладно. Полагаю, пришло время для подарков. Ребята, идите за подарками. За какими подарками? За теми, что в машине. Надо им там помочь. Настоящее молоко. Новый телевизор. Спасибо. Катится в задницу. А это тебе. Спасибо, папа. Только глаза береги и поделись с младшими. Ты знаешь, что эта комната была моей? Да. Вы можете в ней остаться. Мы с ребятами переночуем в гараже.